моей даже такая клиническая задача. Моей дочери, допустим, там 22 года, у нее месячные ходят раз в 55-60 дней, норма это или нет, и что нам делать? Сразу хочу кратко ответить, что в целом, естественно, физиологический женский менструальный цикл считается нормой, если цикл, ну, цикл это от начала до начала, то есть замкнутый период времени. Когда этот цикл составляет от 21 до 35 дней и продолжительность самого периода кровотечения от 3 до 7 дней. Если это занимает 8, это повод обратиться к доктору. Если цикл больше 35 дней, например, как в этом клиническом варианте, 55-60 дней между месячными, я думаю, что это тоже повод все-таки обратиться к гинекологу-эндокринологу. И есть некоторые причины, которые можно убрать, и, в общем-то, цикл нормализуется. Другое дело, что естественным циклом мы можем считать только ситуацию, когда женщина не получает никакие стероидные половые гормоны. И таким образом оценивать свою менструальную функцию. Вот, к сожалению, с чем я сталкиваюсь, что часть пациенток уверены, что у них есть цикл на контрацептивах. На контрацептивах это не цикл, и я думаю, что мы дальше, если будут вопросы, и вы захотите подробнее, чтобы мы на этом остановились, мы сделаем отдельный эфир, и я подробно объясню, почему на коках не цикл, а менструально подобная реакция, которая возникает на назначение гормона.